все камеры наблюдения на общий монитор. Группа захвата, доложить готовность. Занять исходные позиции. Первая группа на исходной позиции. Объект 19, крупный план. Следить за артикуляцией. Готовность номер один. Приступить к захвату. Стоять! Руки за голову! Все против меня, даже факты надутые. Все против меня, прокурор, молодая судья. И этот студент, адвокат государственный, буровит под нос, ну точно же против меня. Я денег не брал, о чем вы, какое хищение? По жизни главбух и цифры подружки мои. Да, я без очков, дальше носа не ведаю. Откуда мне знать, как ушел миллион? Без очков, дальше носа не ведаю. Откуда мне знать, как ушел миллион? А наш фабрикант, принципал генеральный, на Кипре давно и греет бока. Я по ночам в поту просыпаюсь. Срок есть у меня, а бабок нема. Я денег не брал, о чем вы, какое хищение? По жизни главбух и цифры подружки мои. Да, я без очков, дальше носа не ведаю. Откуда мне знать, как ушел миллион? Да, я без очков, дальше носа не ведаю. Откуда мне знать, как ушел миллион? Этапом пошел, спогонялом бухгалтера. Все зоны менял, нарушая режим. Да вот он финал. Подкатили накрытую, здесь гинут года, и в кредит их не взять. Я денег не брал, о чем вы, какое хищение? По жизни главбух и цифры подружки мои. Да, я без очков, дальше носа не ведаю. Откуда мне знать, как ушел миллион? Я без очков, дальше носа не ведаю. А
откуда мне знать, как ушел миллион? Только в этом месяце наш банк готов предоставить вам кредит на самых выгодных условиях. Стоять! Руки за голову! Я шел к этой роли долгих 15 лет. И вот, наконец, после многих творческих экспериментов, судьба предоставила мне счастливую возможность сняться в клипе группы «Бутырка». Я думаю. Следом за ним. Пошли. Да бегом ты. Жан, да сняли уже все. Хорош. Пацаны уже стол накрывали. Ты видишь, он в образе. По Станиславскому работает. Жан, сколько ты будешь в этой майке алкоголичкой ходить? Блин, да это сцена не из этого клипа. Ему опять перепутали сценарий. Ассистенты где? Где? Да на банкете уже. Жан! Да оставь ты его в покое, он по-русски не понимает. Сесть лучше. Ведь тебе не на шпагате сидеть. Береги патроны. Идиоты! Кто на него майку напялил?